играю партию на шахматной планете в команднике. Мой соперник — это гроссмейстер Александр Зубов, у которого просто заоблачный рейтинг на планете. Аж страшно играть, но попробуем что-нибудь придумать в староиндийской защите в варианте с h3. Слон e3 здесь хожу, он d6. Ну, конь f3, пока что просто развиваемся. Ставлю слона на d3, чтобы на b5 как раз пойти рокировку. И пешка e4 у меня уже не подвисает. На d5, слон d3. Это все теория. Здесь, насколько я помню, нужно отходить либо слоном на d2, либо где-то вылазить ферзем, но предпочту отойти. Играю с изолятором, но у нее тоже слабая пешка c6. Здесь, думаю, размен нормально будет смотреться. И выведу ферзя на h4. Посмотрим, что Александр на это придумает. Конь b4 полез тут на меня уже атаковать. Ладно, ладья с f на d1. Где-то должен своего коня поставить на c5, чтобы он там полировал центр. Так и сделаю. И, может быть, выведу слона еще на c3, хотя та поле f4 ослабнет. Не думаю, что это хорошая идея. А вот разменять ферзей почему бы и нет. И перевести коня через d7 на e5, может быть. Такой еще есть ход. Правда, там пешка d4 подвиснет в каких-то вариантах. Ладно, слон e3. Не подрасчитал я немного эти размены. Наверное, здесь моя позиция ухудшается. Теперь короля подключу. Уже эндшпиль все-таки. Так, а он хочет залезть конем на c4. Что вполне логично. Не дам ему это сделать. А он все равно лезет на меня всеми силами. Не дает мне покоя Александр. И пешка d4 уже начинает подвисать тоже. Ну, придется возвращать коня, иначе просто останусь без пешки d. Но сейчас запускаю к себе в огород его коня. Еще и времени мало, совсем полный букет проблем, в общем, в этой партии. Так, конь c5 назад возвращаюсь, просто стою. Безнадежно, наверное, уже стою. Еще тут 17 наблюдателей просто смотрят, как меня тут уничтожают. Ну, пусть смотрят, мы еще поборемся немножко. Так, куда этого коня определить? Везде все под боем, h4, уже не знаю, что делать. Наверное, просто на d4 зевнул, да? Да, просто ужасно все тут. Конь d3. Ну и получаю ход конь e3, да, и нужно сдаться. Ну, наверное, по этой партии просто можно писать трактат, как не нужно играть в шахматы. То есть просто стратегически очень легкая победа со стороны черных.